Привет, зритель. На самом деле я слегка при свете потолка, потому что мне немножко темно. Кто рано встает, тот много раз жрет. Чтоб много не жрать, надо позже вставать. Я сегодня утром кофе попила с сахаром японистый, который, как мне товарищ по сканлейку сказал, действительно продается в японских магазинах вообще везде. Не зря на Озоне продавец про это написал, что типа он японский. Из Японии, все такое. Так вот, я ездила за молоком, хочется сказать выдры, но, к сожалению, не выдры, или, к счастью, потому что дождик только на этот, до Боровой. Тетюся привозила, и я вот сейчас помыла посуду, прокипятила полторашку молока, у меня еще две полторашки, тут вот, ну, не полные, немножко в этой бутылочке молока козьего еще, не кипяченого, я им разбавлю цикорий, мне очень хочется кушать. Я сейчас с тобой покушаю, потому что утром мне просто, ну, ничего не влезло вообще. Ну и времени было как-то мало. Я все еще как-то тут страдаю бессонницей, потому что если ты читаешь мой телеграм-канал, то ты, в принципе, в курсе проблем. Что могу вызвать бессонницу, небольшую нервотрепку. Ну, а еще у меня есть такой друг, который уже почти 8 лет сам не знает, что он хочет. Ну да ладно, мне везет вообще на странных мужиков. Сейчас я с утра молока поварёчкой налью, потому что у меня в кастрюльке как раз вскипевшая, уже пенку давшая. Я надеюсь, оно не остыло, пока я тут прыгала с бубном. Угостила хлопушками этими свою близкую родственницу. Надо у нее потом поинтересоваться, как ей понравились или нет. Я искала, говорю, впервые пробую хлопушки, которые и овсянка, и хлопушки. Кстати, вчера на Вайлдберрис я обнаружила их по 100 рублей. Вот 100 рублей за такой пакетик. Артикул я оставлю в инфобоксе, как обычно. Это у нас теперь отдельный плейлист моей завтраки с Бионова. И что хочу сказать, я ей похвасталась, я говорю, представляешь, тетя, я вот поем этой кашки, мне 4 часа есть не хочется, она на меня так смотрит, вообще-то, говорит, это нормально, я говорю, ну как, говорю, обычно я позавтракаю, часа через 2 мне хочется есть. Так вот в деревне было, когда мы предпоследний или в последний раз ездили там убираться по делам, то все. И я там что-то убираюсь, понимаю, что хочу есть. Я говорю, слушай, я не могу, хочу есть, 2 часа прошло, она говорит, как, говорит, такое возможно, что ты в городе, бывают такие случаи, что ты забыла поесть, если ты каждый практически постоянно хочешь есть. Ну, говорю, бывает так, что я забыла поесть. Я молоко немножко уже подостыло. Я думала открыть другой пакетик, а потом подумала, да лучше сначала этот доесть уж совсем. А потом другой открывать. Так вот, пакетики 300 грамм, и кажется, вроде как бы мало, но на самом деле нам очень долго хватает его. Но без камеры я пока хлопья не ела. Нам идет мое животное, сейчас, возможно, будет в кадре. У меня тут планшет стоит, лежит, с которого я управляю камерой. Животное, иди сюда. Иди вот сейчас с этой стороны. Сейчас я животное возьму. Мы выпендриваемся, у нас есть творожок козий, молочко, покупное, правда, коровье, простокваша козья, картошечка тушеная. А мы все ходим, орем, жрать ничего не хотим. Но вот было у меня в чашке кефир налитый козий. Холодный, прям только что из холодильника я поставила сзади себя. Она сама что-то делала, то ли монтаж, то ли еще что-то. И тут вдруг понимаешь, что меня вот столько выпили из чашки. Я наливаю ей в пиалочку, в которой она иногда ест. Ставлю на пол. И вот в пиалочке она это не ест. Ставлю эту пиалочку на стол, так будто бы я себе налила. Она тут же на стол запрыгнула и все выпила. Вот что за кошка. У меня еще такая проблема. Ну, мне, короче,
как бы я пообещала человекам помочь, мне просто стало жалко их. Ну, когда вот вы существуете, у вас куча всех людей, которые могут вам помочь, но чтобы их попросить о помощи, это быстрее самому делать. Так вот, я в поисках кнопочного мобильного телефона с хорошим динамиком для пожилого человека. С смартфоном-то как-то легче будет найти, чтобы более-менее, ну, была хорошая камера и при этом бюджетный. Я не имею в виду суперкамера, что там вот снимать там видео, просто человек 80 лет от роду любит фотографировать природу, грибочки, кошечек, собачек и прочую такую штуку. Так вот, может быть, кто-то из вас знает, или у вас родственники, или знакомые используют кнопочные мобильные телефоны с хорошим динамиком. Поделитесь марками в комментарии, пожалуйста. Что я пообещала человеку заказать на дом. А те, которые я пока смотрела, так вот бегло, ну, читаю отзывы, и пока я не очень много смотрела еще, но те, что мне попадались, пока не очень были. Я там что-то еще в закладке подобавляла. Вот именно то, что, на что я уже читала описание и отзывы. Вот куда мы лезем? Сиди тут. Ну не жукли. Ведь даже есть шанс, что ты это есть не будешь, кошка. Так вот уж, на что я сладкоежка, но вот эта кашка, она сама по себе вкусненькая, там уже не хочется ни меда положить, ни сахара. Сиди. Я оставлю тебе немножко на пробу. Ну вообще. Вот почему-то считаешь, что если я ем, то у меня вкуснее, чем если я из своей тарелки и то же самое положу в миску. Правда, если я себя плохо чувствую, то мы съедаем все, что есть у себя. Ночью ко мне подошла, легла в районе сердца и лежала. Я как раз проснулась еще посередине ночи. Я, правда, не смотрела, но по ощущениям было у меня немели пара пальцев. Бывает такое иногда. Но меня спас колючий коврик. Этот самый импликатор Кузнецова. Да оставлю я тебя. Давай тогда иди отсюда. Сейчас дам. Сейчас дам прям в тарелку. Обалдеть, лопает. Это при том, что у нее лежит вкусная картошка, тушеная в медленноварке. На бульоне из мяса лося. Не менее вкусный творожок козий. Даже кошка ест хлопья олайт. Куда лезем-то, а? Не надо по столу талакать. Вот тут совсем чуть-чуть осталось. Сейчас тебя отдам.
Ну смотри, если ты не съешь, я тебе больше ничего не буду давать. Такого. На. Удивительный зверёк. Так, сейчас мы попьем вот этого. Кто бы мог подумать, что на борт есть хлопья с молоком. А ведь ты, зритель, при желании можешь повлиять на контент в том плане, что, допустим, у меня был маленький опросик, до сих пор идет в Телеграм, где 15 человек вместе со мной проголосовали за мунбанги, завтраки мунбанги, короче. Согрела чайник, потому что он внезапно оказался холодным уже. Пока он грелся, у меня случилась работа «Не волк, лес не убежит». Ну, в смысле, кое-что нужно было сделать. Раз время было, пока он грелся. Да, молоко я забираю в пластиковых бутылочках. Где живет человек? Во-первых, в банке неудобно стеклянное вести. Во-вторых, там у нее рядышком живут люди, которые покупают минералку в огромном количестве. Ну, видимо, может, им колодечная вода как-то не нравится, может, еще что-то. И у них, соответственно, много пластиковых бутылок остается после делятся с человеком, у которого беру молоко, покупаю, в смысле. Ну и раньше я одно время покупала минералку специально. И пустые бутылочки потом отвозила. Ну, сейчас еще молочко. И вот идем мы сюда. Тебя кто вообще звал сюда? Жук. Давай сюда, иди. Да, вот это цикорий. Я с балкона принесла несколько яблок, потому что они вроде как уже готовы, чтобы их съели. Яблоки с нашего сада. У меня, конечно, есть имбирные пряники, я ходила в гости, купила пряников. Мне сказали, что я буду тебя разорять, давай пряники поделим, а то их много. Они такие крупные, большие, одного пряника с чашкой чая за глаза и уши. Но что-то я прониклась просто цикорием, сиропом цикория. Угостила тут сиропом цикория человека, понравился. У меня еще куча всяких таких штук, которые я делаю, было попутно. Там у меня в полочке внизу стоит урбеч из орехов макадамии с медом. Ну, самопальный. Самодельный. Надо все-таки попробовать 1,5 чайной ложки вложить цикория, потому что как-то, ну, слегка немножко горчит. Очень горячо ушло, надо еще молочка разбавить. Мне еще кабачком угостили, ну, помимо тех, что у меня есть, там такой интересный. Он по цвету как тыква, по виду как кабачок. В этом году, не знаю, как у нас, я так поняла, не только у меня, но те, кто меня угощали кабачками, соседи, которые угощали нас кабачками, и наши кабачки, все зерна практически незрелые. Даже если кабачок как слон, и внутри вот ну, много таких зерен. Ну, у меня есть животное, которое любит есть семечки кабачковые, сушеные, сырые. Мякоть вот эту кабачковую, где вот между семечками она. Безотходное производство.
У меня была мысля, как сделать, дописать монтаж на маслопресс, ну, в смысле, доделать. Я сначала думала заснять отдельное кусочек видео, где там бла-бла-бла. А потом я подумала, что можно это бла-бла-бла делать за кадровым голосом. Еще меня радует, что последний СМР набрал 1000 с чем-то просмотров. Потому что последние года два или два с половиной, когда многие ныли в комментах, когда СМР, выкладываешь СМР, максимум просмотров 300, так думаешь, и для кого я тут распинаюсь, то очень радует, что вы стали побольше смотреть это все. Не, я не против записать какой-то ролик на 300 человек, но если у вас 7 с хвостиком тысяч подписчиков, наверное, половина или треть смотрит СМР, то 300 как-то, ну, грустно, мало. Ох. Хочешь сказать шутейку, которую дедушка говорил? Шо ж я маленький, ну, после ох, шо ж я маленьким не сдох? Но на мое или на ваше счастье, или на общее. Это не случилось. Надеюсь, вы позавтракали, зарядились положительной эмоцией. Если не зарядились, то шлю вам лучей добра. Ну и это, если хотите поддержать канал, можете это сделать. Я сейчас собираю денежку, пока что безрезультатно, на свет формата, как мой планшет. Только еще со створочками. Он стоит где-то 3 с лишним тысячи на Озон. С гарантией год. Так что, если вы мне подкинете монетку по собственному желанию, я напишу вам спасибо в титрах. Ну и это как бы. Всем пока!